Всем привет, с вами Арслан на канале Red KM, и это видео Байга. Сегодня у нас видеообзор развлечений города и Эмирата Дубай. Итак, начнем. Обязательно посетите пляжи Марина Бич и Джумейра Бич. Вода там чистая и прозрачная, и очень много красивых ракушек. Вечером там обстановочка, очень атмосферная. Самое высокое здание в мире находится в Дубае, и это Бурдж-Халифа. И самый большой торгово-развлекательный центр Дубай Молл. Если вы детьми, то обязательно посетите город профессии Кидзани. Дети сами управляют им как взрослые, примеряя на себя различные профессии. И Sega Republic. Sega Republic это развлекательный комплекс со множеством аттракционов и развлечений. Дубай Аквариум. Один из самых больших океанариумов мира. И на десерт у вас останется посмотреть на поющие фонтаны. Очень красивое и захватывающее зрелище. Аквапарк Атлантис Аквавентур находится на искусственном острове Пальма-Джумейра. Скатившись с одной горки, вы попадете в аквариум с рыбами, скатами и акулами. Леголенд – это самый масштабный тематический парк знаменитого бренда Лего. Тут все из Лего. И даже сам город Дубай из Лего. В Абу-Даби и зайти в Феррари-парк. Само название говорит за себя. И белую мечеть шейха Зайда, которая красива как внутри, так и снаружи. Эти места подарят вам массу эмоций и новых впечатлений. С вами был я, Арслан, на канале Red KM. Всем удачи! Всем пока! Yeah!